Я просто подожду и прям в прямом эфире тебе докажу то, что это все фейк. Вот время 2:59. Нам осталось ждать меньше 1 минуты, и нам уже должен позвонить Том. Остается реально совсем чуть-чуть. В смысле? А ты сейчас не видишь, конечно, но время еще даже 3 часов нету. 2:59, и мне уже звонит Том. А как вы думаете, надо трубку брать? Окей, давай я даже громкую связь поставлю. Ну, привет. Привет. Время почти что 3 часа ночи, а недавно я увидел один очень интересный комментарий. Никогда не играй в говорящего Тома в 3 часа ночи. Я поиграл, и он мне позвонил и угрожал. И я сегодня решил просто это проверить. Я не знаю, в какого именно Тома нужно играть, поэтому скачал сразу несколько. Я специально решил не спать всю ночь для того, чтобы проверить этот комментарий. Ну и мне на самом деле кажется, что это какой-то фейк. Том, ты чё меня подслушиваешь? Ты офонарел, что ли? Вот, блин, как мне за него больно стало. Но мне кажется, что ему по кайфу, не подслушивай. Как ты понял, сегодня я просто поиграю в этого Тома и посмотрим, что же он вообще у нас умеет. Это вообще самый первый Том, который умеет мне показывать рекламу. У него тут есть один значок такой интересненький, и мне кажется, что он устроит самый настоящий... О, фу, как воняет. Окей, это мы затестировали. Еще, походу, мы можем его просто немножечко накормить перчиком. И что же у него будет? Мне кажется, он сразу же огонь начнет из себя испепелять. Прямо из ушей. Такого я не ожидал. Да, Том, успокойся, все нормально. Все, успокоился. Молодец. Давай ты просто запьешь его молочком. Нифига себе, у тебя, конечно, трубочка. А можно мне такую же? Ой. Чувак, держи себя в руках, пожалуйста. Я не понял прикола. Да ладно, не спи ты, у тебя еще будет время поспать. Я, конечно, понимаю то, что я его тут мучаю в 3 часа ночи. Ладно, Том, успокойся. Давай ты лучше мороженку покушаешь. О! Чего? У него язык к морожке прилип. Офигеть, такого я точно не ждал, чувак. Ладно, хоть ты успел отлипнуть. Стоп, а если ты сейчас находишься на помойке, а где ты эту мороженку взял? Вот это панчлайн. Ладно, этот вопрос мы немножечко опустим. А съешь-ка ты, пожалуй, бутерброд. Нифига себе, он что, прям такой огромный, тебе в рот залезет? Вместе с руками? Чувак, можно было как-нибудь поаккуратнее кушать, а? Ну и раз ты выдерживаешь все мои пыточки, давай я тебе тогда и тортиком накормлю. Надеюсь, будет все нормально. Он загадал желание. Его желание явно было не такое. Ну ладно, Том, это если что не я делал. Вот... Вот сейчас поможет тебе чуть-чуть, я надавал. А до этого тортиком не я в тебя швырнул, не. У меня такое чувство, что я тут уже испробовал все возможности, которые у нас есть. О, ты дурак, что ли? Хорошо, хотя бы звука не было, походу игра немного лаганула. А время у нас уже 2 часа 50 минут. Остается 10 минуточек. Надеюсь, то, что он мне все-таки не позвонит. Не надо, дядя! Ну а мы просто взяли и зашли в нового Тома. Это тот же самый первый Том, но уже немножечко поновее. Здесь он хотя бы не на помойке живет, а его привезли в коробке прямо в дом. О, какой миленький Том! Ты только пришел и уже жрать хочешь? Ты что, дурак, что ли? Ну ладно, давай тебя покормим. Так, у тебя что, всего лишь 1 ягодка есть? Хорошо, скушал, молодец, довольный, счастливый. И теперь захотел писать. Ты дурак, что ли? Ну ты можешь хотя бы... О, ну да, сразу видно. До тубзика он немного не дотягивается. Че, все у тебя нормально там? Ну давай. Что он вообще делает, я не понимаю. Окей, чувак, ты там все нужды свои справил? Молодец. Я хочу играть, идем в гостиную. Да ладно, Том, не расстраивайся, сейчас, конечно, ты поиграешь. Все, пришли. Приласкай меня, пожалуйста. Ну ладно, Том, как скажешь. Тебя, походу, нужно просто немножечко погладить. Ты что, спать захотел? Ну-ка, не спать. Я, конечно, понимаю, да, время 3 часа ночи. Но почему он везде хочет спать? Вот, чувак, я тебя, если что, вырубил. Я, конечно, понимаю, что ты немного не на тот сон рассчитывал. Ну, а что поделать? Ладно, уговорил. Давай пойдем в спальню. Выключим свет, и ты будешь просто спать. А пока он спит, давай мы его будить не будем, а просто возьмем и максимально тихо поставим лайк на это видео. А Том у нас уже достиг 2 уровня. Нифига себе, чувак, у тебя еще и уровни есть. А рекламу я, конечно, смотреть не буду, поэтому просто погнали дальше. Ну, я так понимаю, что ты выспался, и тебе, походу, нужно снова покормить. О, у тебя сейчас еще и картошка фри появилась. Ну давай, опа-на.
наелся. И, конечно же, по плану он дальше идет в туалет. Давай, чувак, закрылся, вот и молодец. А пока он закрылся, напиши в комментариях, ты хотя бы раз играл в этого говорящего Тома. Так, там есть еще какие-то коробочки с боксами, но что-то я их открывать не хочу. У меня просто такое чувство, что опять вылезет реклама. А тебя, походу, нужно помыть. Окей, давай, конечно же, этим займемся. Сначала мы тебя намылим, а потом все это мыло нужно просто смыть. Вот, теперь чистенький, опрятненький, вообще молодец. На тебя даже приятно смотреть стало. И монетку за это получили. Ну, походу, мы у него все сделали, теперь он только спать хочет. А я вижу то, что здесь появился какой-то робот. И если на него кликать, то мы его разбили. Чего? И он собрался заново? У нас сразу же заполнился один робот. А если мы второго разрушим, что нам дадут? Еще дали монетки. А, колесо какое-то. И мы можем выбить фасоль. Надеюсь, нам лучше выпадут какие-нибудь пончики. А тем временем остается всего лишь 5 минут. Ну и мы просто решили зайти во второго Тома. И опять его везут в коробке. Почему всех кошек нам подбрасывают в коробках? Я не понимаю прикола, но эта коробка уже немножко поинтереснее. Том, не переживай, сейчас мы тебя откроем. А, ты сам что ли выберешься? О, какой миленький маленький Том, здорово! Надеюсь, если он мне позвонит, то он тоже будет такой же миленький и маленький, и не будет мне угрожать, как в том комментарии. Да ладно, чувак, не переживай, сейчас я тебя заберу. А, тебе нужно с коробки что ли достать? Нифига ты, конечно, прыгаешь! Сразу видно, настоящая кошка. Он пока что у нас первого уровня, и он, походу, хочет пообниматься. Обнимашек захотел, да? Подожди, а, ты хочешь прыгать? А... Так высоко прыгать. Ну, я, конечно, не рекомендую так кошек подбрасывать. Ну, раз ты так сильно этого хочешь, давай мы тебя еще подкинем. О, сразу счастливый стал. Глупый котенок. Но то, что он хочет есть, это мы, конечно же, понимаем. Окей, давай мы тебя накормим. Только еды, походу, у тебя немножечко не хватает. А, нет, вот, морковка появилась. Кот, который ест морковку. С таким я еще не сталкивался, но давай мы, конечно же, тебя покормим. Все, счастливый, и сразу в туалет захотел. Почему во всех играх он сразу же хочет в туалет, я не понимаю. Ну ладно, раз уж ты так сильно этого хочешь, давай, вот вставай сюда, я пока что подглядывать не буду. За тобой подглядывает какой-то маленький мышонок. Да, очень счастливый мышонок. Опять спать захотел, да? Ну ладно. О, здесь-то у тебя даже кроватка уже покрасивше. Нифига у него какая комната красивая. Блин, ладно, все, давай спи. Свет я тебе выключаю. Время 3 часа ночи, а я играю в говорящего Тома. Стоп, а чё у меня полосочка до первого уровня не дошла? С какого фига? О, дошла. Хорошо, мы качнулись до второго уровня и получили 1000 каких-то самолетиков. Это что за самолетики такие? Я что, теперь путешествовать могу? Походу реально, он какой-то самолет себе нафармил. Окей, давай мы тебя в него посадим. И куда же ты полетишь, интересно? Походу он полетел на второй уровень. Воу, на какой-то остров. Я думал, он только в доме будет. Нифига себе, конечно, поворот. Окей, давай заберем вот этот вот подарочек. И что произойдет? Пока что ничего не понимаю. Но подарочек мы, конечно же, откроем. И нам выпадет какая-то карточка, подарки, еда, перчик. Давай перчик выберем, чтобы было поинтереснее, конечно же. А, это просто как предметы в Brawl Stars, их нужно открывать. Окей, я понял, мы, конечно же, сейчас все откроем. Все заберем и выбьем купальный костюм. Нифига себе. Чувак, так мы тебя сейчас немножечко еще приоденем. Просто заходим в шкафчик и выбираем плавательный костюм. О, чувак, он тебе идет намного больше. Нефиг тут голым шляться вообще. Я тут решил на время посмотреть и увидел то, что оказывается время уже 2 часа 59 минут. И давай, знаешь, что я сделаю? Давай я даже специально запись экрана включу, чтобы ты тоже видел, что у меня будет происходить на экране. И я тебе докажу, что это все фейк, что меня мои же подписчики просто пытаются обмануть. Вот смотри, у нас остается всего лишь еще 1 минута, 2.59. Я просто подожду и прям в прямом эфире тебе докажу то, что это все фейк. Вот время 2.59, ты даже вот рядышком со мной на экране это видишь. И вот сейчас будет 3.00. И мне никто звонить не будет. И я тебе прям это гарантирую. Нам осталось ждать меньше 1 минуты. И нам уже должен позвонить Том. Как говорилось в этом комментарии. У меня даже телефон блокируется. Но ничего страшного, сейчас мы подождем. Остается реально совсем чуть-чуть. В смысле? А ты сейчас не видишь, конечно. Но время еще даже 3 часов нету. 2.59 и мне уже звонит Том. А как вы думаете, надо трубку брать? Окей, давай я даже громкую связь поставлю. Привет. Тебя же предупреждали, что нельзя играть в говорящего Тома в 3 часа ночи. Да я думал, что меня подписчики просто в очередной раз пранкуют и все. Ты понимаешь, что тебе уже пора спать? Хорошо, да. Ладно. Давай с тобой договоримся, что ты просто сейчас выключишь игру, закончишь свое видео и пойдешь спать.
Том, а откуда ты знаешь то, что я видео снимаю? Я все знаю. А, хорошо. Ну все, можно я выключаться буду, да? Пока. Ладно, спокойной ночи, Том, я спать пошел. Это что сейчас вообще было? То есть вот этот вот маленький Том мне сейчас позвонил, но он оказался вообще нифига не маленький, ты слышал его голос, какой он был страшный. И походу это реально работает, но вам я, конечно же, не рекомендую этого проверять, ну его нафиг. Еще я видел парочку комментариев, где мне такое писали про говорящего Бубу. Я даже в душе не чаял, кто это такой, но можно я этого проверять не буду. Если ты, конечно, захочешь, можешь в комментариях об этом написать, чтобы я проверил. А еще, конечно же, не забудь подписаться на канал и посмотреть предыдущее видео. Ну а это реально была просто какая-то дичь. Ну его нафиг, зачем? Зачем я вообще зашел в говорящего Тома? Он мне опять звонит. Я трубку брать не буду. Все, я просто игру закрою. Посмотри предыдущее видео.